Всем большой привет! Сегодня вместе с вами посмотрим, что интересного и нового привезли в Fix Price. Находится он по адресу город Саратов, проспект Энтузиастов, дом 39. Новинка в отделе товаров для кухни, чайник заварочный, объем 1 литр 400 мл. Прозрачный корпус выполнен из термостойкого стекла. Максимальная температура использования плюс 100 градусов, но тем не менее важно перед каждым использованием ополоснуть чайник горячей водой, ну по крайней мере так указано на этикетке. Остальные части чайника выполнены из полипропилена и нержавеющей стали. Несколько расцветок в ассортименте, цена новинки 299 рублей. В прошлом видео показывала новую коллекцию тарелок. Из этой же серии появилась соусница диаметром 10 сантиметров. Состав керамика, несколько расцветок в ассортименте, также по краю черная окантовка. Можно использовать для подачи соуса, джема, варенья или сгущенки к оладьям, блинам или сырникам. Цена 29 рублей 50 копеек. Еще одна красивая тарелка диаметром 19,5 сантиметров, выполнена из керамики в лаконичном дизайне. Красивый белый цвет, подойдет для подачи как первых, так и вторых блюд и стоит всего 59 рублей. Пиала или по-другому бульонница, объем 790 мл. Аккуратно выполнена, состав керамика. В ассортименте горчично-желтый, черный и светло-голубой цвет. Производитель Китай, цена 79 рублей. И снова привезли то самое популярное блюдо для блинов. Оно было несколько лет назад, его разобрали буквально за считанные часы. И вот в ассортименте магазина Fix Price оно снова есть. И это отличное решение для хранения сервировки блинов. Блюдо дополняет высокая непрозрачная крышка с ручкой. Классический дизайн дополнит и украсит любую кухню. Подходит для хранения в холодильнике. Диаметр 22 сантиметра. Состав керамика. Как раз впереди у нас масленица. Так что такое блюдо можно даже использовать в качестве подарка. Цена 299 рублей. Форма для выпечки. Объем 1 литр 750 миллилитров. Выполнена из силикона, есть отметка о том, что можно использовать для пищевых продуктов, сделана в форме сердца. Силикон достаточно тонкий, максимально рекомендуемая температура использования плюс 220 градусов. Три цвета на выбор, цена 62 рубля, производитель Китай. Еще очень крутая новинка появилась в Fix Price. Это органайзер для холодильника, прямоугольный, прозрачный, с ручками. Его размер 33 на 21,5 см, высота 9 см. С помощью такого органайзера можно удобно, функционально организовать систему хранения в холодильнике. Подходит для любых пищевых продуктов. Благодаря прозрачным стенкам органайзера вы без труда сможете определить, что находится в нем внутри. Пластик плотный, никакого постороннего запаха. Качество исполнения отличное. Объем данного органайзера 4 литра 700 миллилитров. На маркетплейсах, таких как Wildberries, похожие контейнеры продаются набором по 2 штуки и цена 1000 рублей и больше. Соответственно, это 500 рублей за контейнер. В Fix Price такой органайзер можно купить за 199 рублей. Губки для тела или по-другому мочалки фигурные, сделаны в форме сердца, продаются в упаковке по 2 штуки, сделаны из поролона. Цена 55 рублей. Ёршик для унитаза, высота 41 сантиметр. Аккуратно сделан, красиво смотрится, на выбор 3 расцветки. Производитель Китай, цена набора 149 рублей. Новый стиральный порошок с бисфосфатным комплексом, как указывает производитель, экологически безопасен, эффективен даже в холодной воде, подходит для всех видов тканей. Если пробовали, делитесь, пожалуйста, в комментариях своим впечатлением. Продается в упаковке массой 4,5 килограмма, цена 299 рублей. Еще одна новинка в этом отделе, это кондиционер для белья с ароматом горная лаванда. Опять же, как заявляет производитель, внутри 98% натуральных ингредиентов. Защита цвета и антистатический эффект. Объем 1 литр 300 мл. Хватает примерно на 32 стирки. Цена за упаковку 99 рублей. Универсальное моющее средство для уборки дома. Подходит для всех поверхностей. Марка называется «Хлопот нет». Хватает примерно на 33 уборки. Объем 1 литр. Да, это действительно что-то новенькое. Цена этого универсального средства 99 рублей. Сразу несколько новинок от торговой марки Master Effect. Первое – это средство для кухни. Эффективно справляется с жиром и другими загрязнениями с кухонных поверхностей, таких как духовки, плиты, сковородки и сантехника. Супер быстрая формула, справляется за 5 минут. Объем 500 мл, цена 83 рубля. И второе средство – это жироудалитель. Продается также в виде спрея. Эффективно справляется против жира, нагара и других загрязнений с кухонных поверхностей. Экстра скорость.
гарантированный результат. Тоже, если пользовались таким средством, делитесь в комментариях, как вам понравилось оно или нет. Это средство объемом 750 мл, оно уже дороже, 124 рубля его цена. И третий товар из этой серии – это Master Effect для ванн. Легко устраняет загрязнение и защищает поверхность. Все эти три средства производит торговая марка Greenfield. Россия, город Москва. Объем 500 мл, стоит это средство для ванн 99 рублей. Новинка в отделе развивашек для детей – альбом для раскрашивания. В комплекте идут 3D-очки, всего 4 листа с картинками. В этой серии есть альбом с морской тематикой, с феями, роботами-трансформерами и много других разных вариантов. Цена такого альбома 149 рублей. Еще одна новинка – объемная раскраска. В комплекте 4 цветных фломастера и раскрасок внутри 2. В результате получается картинка с 3D-эффектом. Много различных вариантов в ассортименте в этом фикс-прайсе. Цена набора 79 рублей. Набор для творчества гравюра с любимыми героями мультика моего сына «Щенячий патруль». В комплект входит основа с металлическим эффектом и нанесенным контуром рисунка и специальная палочка и инструкция. Как работать с этим набором, есть подробная инструкция с обратной стороны упаковки. Производитель, кстати, Россия. Цена набора 99 рублей. А следующая новинка понравится тем, кто собирается устраивать день рождения своему ребенку дома или где-то в кафе. Посмотрите, какой появился набор. Набор настольная декорация из 10 шаров в коробке. Сюда входят и обычные латексные шарики, и фольгированная звезда. Также в комплекте идут специальные палочки, с помощью которых вы сможете зафиксировать шары вот в таком красивом букете. Есть несколько расцветок. Это набор в розовом, синем и красном цвете. Вот, кстати, в наборе с красным шаром здесь вместо звезды идет сердце. Цена такого декоративного набора 149 рублей. Какие красивые появились фоторамки. Я так понимаю, что это из отдела товаров 14 февраля. Вот с такими милыми котятами. Сюда поместится фото размером 7 на 10 сантиметров. Размер самой фоторамки 25 на 16 сантиметров. Фоторамка деревянная. Кроме котят есть еще симпатичные медвежата и вот такие красивые зайчики. Цена новинки 199 рублей. И еще классные шарики тоже в этом отделе. В упаковке один фольгированный шар, они достаточно большие. И обратите внимание, что шарики надуваются с помощью трубочки, которая идет в комплекте. Такие расцветки симпатичные, можно как ребенку на день рождения эти шары использовать, так и на выписку из роддома. И стоит один шарик всего 55 рублей. В отделе к 14 февраля есть даже кулинарные новинки для кухни. Например, форма для печенья в форме сердца. В упаковке продаются сразу две формочки, они металлические и немного отличаются между собой размером. Цена набора 39 рублей 50 копеек. На сегодня это все. Спасибо, что были со мной. А я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения. Увидимся очень скоро. Всем пока!